Привет, ну что ж, погнали. Ты в порядке? Чё? Бонни? Что? Эй, полегче, полегче. Что за... Что это? Все хорошо, все хорошо. Отъебись нахуй! Ты... Не... Бонни? Нет, я... Бонни звали мою маму. Ты ее знала? Ну да, она сестра моего парня. Парня? Хайме. А? Мы просто ставили кадры, а он... Мы были... Блять, Хайме, как он мог? Просто бросил меня! В смысле, мой дядя Хайме? Дядя? О. Ну давай, блядь, отвисай. Анреаль пятый. Мэдди! О боже, там вот эта тварь бежит за мной! Что за чертовщина? Кто это, блин? Я потеряла тебя, потом пришла сюда, а тут она. Но как? Не знаю, как ты оказалась здесь? Как? Не знаю! Стэн. Нечего тут делать, поверь. Ты была в нем? Думаю, да. А обратно оно сработает? Конечно, она была в нем. А, я даже не знаю. Надо попробовать. Только не обратно. Да мы же обратно не выйдем во времени. Блять. Или выйдем. Или навсегда будем заточены. Я не знаю. Ну ладно, давайте попробуем. Если есть шанс, что это правда, надо попробовать. Мои друзья в страшной опасности, и мне нужно вернуться к ним. Где бы они ни были, я помогу. Давай, забирайся обратно в эту камеру или как. Да, давай, мы только тебя освободили. Давай обратно, пиздуй. Я послежу, если кто помешает. Ладно, так, а у этого рубильник есть? Да, я его вижу. Окей, поверни его. Эх, ты ж! Да. Попробуй тот шесть. А ты чё, блядь, встал? Блядь, бля, 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 бля. Мы ее типа вернули обратно во времени или обратно ее заточили? Это машина времени. Это, которые там Лямбер Крю или Лимбер
И опять же, а уже 11 глава, сука. Блять! Все-таки мы ее вернули обратно. Я что, вернулась? Охренеть! Все получилось! Мне это точно не приснилось? Где она? А. Тут нет. Если, блядь, не дай бог сейчас опять тот сундук. Есть? Есть тот кто? А. Боже. Там вверху, который хуй пойми, как его это... Так, мне туда или туда? Что я видела? Это бред какой-то, но... Я тоже видела. Чуть не попалась. Меня спасла эта штука. Нет, нет! Меня здесь вообще не было! Меня закинуло куда-то в другое место! И там повсюду какие-то устройства и свет! Но я не думаю, что это было где-то на заводе. Ты что? Знаю, звучит безумно, но там была девушка. Дочка Бонни! Охренеть, да? Да это же чушь какая-то. Надо. Вау, эй! О, нет, нет, это мне... Крис, прости, нет слов. Потом! Нужно двигать! Супер, пора сматываться. И как отсюда сматываться? Можно выбраться через ливневку. А можно не виснуть? Если повезет, то мы найдем вход в этой комнате. Оно близко. Не дай бог, сейчас следующая глава. Да я охуел, блядь! С этой хуйней, блядь. Сука, 12. Вы, блядь, что творите? Что там? Что-нибудь видно? Я ничего не вижу. Твои глаза могут врать. А я только подумал, что раскусил это местечко. Потеряться здесь, это как... пропустить мозги через мясорубку. Что? О, ничего. Просто я подумала, что... Спроси меня кто-то о том, что здесь вообще произошло, то я бы не знала, с чего начать. Эта ночь все тянется и тянется. Тянется и тянется. И мне так смешно. Здесь. Дура ты ебаная. Ну, ты знаешь. You know. С появлением говнюка шерифа все пошло через задницу. Да то не тот шериф, который тот шериф, а это другой шериф, который не тот шериф. И что теперь делать? Это сын его. Всего один вариант.
То есть? Убраться отсюда нахер как можно скорее. Но как же Линда? А что с ней? Ну, а старая. Давай просим. Может, мы наткнемся на нее по пути. А может и нет. И потом. Расскажи, что за история с девчонкой. Что? Девушка из сыра. Я не знаю подробностей. Из сыра. Девушка из сыра. Говорит, знала мою маму, но это же полный бред. Как и все, что здесь творится. Жаль, мы не пообщались подольше. Я лишь надеюсь, что она вернулась туда, куда хотела. Куда хотела? А куда она хотела? Сейчас бы прилечь на кроватку, а не это все. На эту кровать ложились разве что девственницы перед ритуальным жертвоприношением. Сувениров прошлых жертв, которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев. Что это? А, это кулон. В той книге была с ним картинка, там говорилось, что он вроде как может защитить или типа того. Не думаю, что это правда, но... Хм. Да уж. А, пускай побудет у меня. На всякий случай. На случай, если он реально работает? Ага. Я ведь уже чуть не помер сегодня. Чур моё, блядь. Я его нашла. Значит, по старинному закону мира, что плохо лежит, то ничейное. И теперь он мой. На эту кровать ложились разве что девственницы перед ритуальным жертвоприношением. Может... Как-то скучно. Но не суди книгу по обложке, да? Воу. Опа. А это уже интересно. Может, Августина специально нас заманила? Чтобы принести кого-то из нас в жертву? Ну, я знаю, как тебя обезопасить. Фу, чувак. Выебать. Все, чувак из аниме какой-то. Ёба. А, это весьма ловко. Конечно, тайный проход. Только почему как оно, не... блядь, работает? Да, дверь закрыта, да? А, нет, это выход. Значит, здесь исследуем. Доктор Августина Либер и Фрэнк Стоун. Пятый сеанс терапии, назначенный судом. 28 марта 61 года. Что? Это Августина? Говорят, у тебя выдалась тяжелая неделя. 1961? Драка с санитаром. Уже 60 лет прошло. Но есть и другой выход. Скажи, ты никогда не думал, что это высший замысел? Инстинкт, заставляющий тебя причинять боль другим, не думаю, что это просто... Нужно учиться нести ответственность, Фрэнк. Не только за прошлое, но и будущее. Да, у тебя есть будущее. Возможно, вечное. Да, Фрэнк, поплачь. Просто доверься мне. Все?
опять же эти вот. Близняшки стрёмные. Это просто факт. Нож. Че. А. Ебать, загрузка, подзагрузки локаций. Тебе надо понять. С чего вдруг? Я тебя даже не знаю. Линда! Я так рада тебя видеть. Ты не поверишь, что сейчас было. Я нашла странную комнату, и вдруг из ниоткуда возникла девушка. Мэдди, послушай. Это не тот Сэм Грин, который был в Сидер Хиллз. Он самозванец. Нельзя ему доверять. Признаю. Время, расстояние и куча всего прочего немыслимого разделяет нас. Но кем бы я ни был, ты можешь мне доверять. Полностью. С какой это стати? Ты видела хранилище Августины. Она не просто собирает каждый кусочек твоего фильма. Она собирает каждый кусочек его пленки, который вообще когда-либо существовал. И что это должно значить? Не уверена, что еще час назад сказала бы такое, но после всего произошедшего... Мне кажется, Сэм прав. Августина врала нам. Каким бы ни был ее план, он за гранью нашего понимания. Видела бы ты тот зал и ту девушку. Я не верю Августине, но этому типу и вовсе. По крайней мере, Августина не притворяется кем-то из твоего прошлого. О, класс, этого здесь не хватало. Мне не нравится идея здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. Ну все, кинцо началось. Это же твой фильм, да? Да. Это он. Твой кусочек пленки у тебя? Ага. Дай-ка взгляну. Мэдди. Мне нужна настоящая пленка. Что? Да где оно? Нет-нет-нет, все пропало! Лежала прямо здесь! А твоя часть у тебя? Так, покажи мне! Покажи, что забрал у моего сына! Не могу. Ты не можешь? Я как бы, типа, уже договорился с Августиной. Это было до прихода остальных. Я подсуетился. Я даже не знаю. Ладно. Понимающе давайте. Стэн, ты не знал. Да никто не знал. Клянусь, если б я только знал, насколько кончено окажется Августина по итогу, я бы... попросил двойную прибавку. А потом бы сказал «Нет, спасибо!» и был бы непоколебим, честно-пречестно. А я еще пыталась сомневаться в твою пользу, Стэн. Ну что, ты этого хотела? Может, хватит с тебя этих игр? Если все части пленки были все это время у нее, зачем мы ей?
И снова новая глава. Где? Ну да, новая глава. Ебать! Боже мой! Как так-то? А что за бред? Не так. Этого не было никогда. И оно, кажется, мне уже пора к выходу. А че? Она просто появилась один. Нет! А, он нашел, да? Он? Мы были в машинном цеху. Там мы с Крис и Хайме нашли вход в убежище Фрэнка и... Это из... Знаю. Надо бежать, а не идти спокойно, бля. Оставайся здесь, пока я не вернусь. Понятно? Но, пап... Нам показывают альтернативную, нам показывают, типа, то, что было. Да? Подожди, сейчас было смотреть. Не, ну это пиздец. Боже, я опоздал. Нет! Эй, папа, это я! Я! Черт! Я же сказал! Что? Что случилось? Стой! Я иду с тобой! Я могу помочь! Нет, 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 Роберт. Что бы там ни было, оно опасно. Ты не должен пострадать. Я не позволю. Но это из-за меня.
Я привел их сюда. Я. Иначе я не смогу тебя защитить. И я не верю, что ты меня послушаешь. Прости. Нет. Прости. Нет. Диалог. Нет. Просто нет. Блядь. Ну, я думаю, это пист... А чё подмогу-то они вызвать, блядь, баран? Ты можешь камеру подобрать? Все из этих гребаных деток и их сраного фильма. Линда. А чё они ка... Вот, блядь, как они камеру бросили? Единственную штуку, которая им понадобится. Что-то не так с камерой. Может, она ключ к разгадке? Может быть. Так странно. Как будто... Он здесь. Соберись, Сэм. Ну же, ради них. Оба-оба-оба. Шел нахуй. Чё такое, блядь? Так, а куда мне вообще? Хуйня какая-то, блядь. Помогите! Сэм, слава богу, пожалуйста, помоги! Прости, сынок. Будет щипать. Блядь! Черт возьми! Давай, давай. Да в смысле? Ебать, 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 ебать. На нахуй. А зачем? А... Да, ничего страшного. Он переживет. До свадьбы заживет. Типа, сейчас мы будем наблюдать смерть всех этих дебилов. Так, это мы сюда шли. Здесь, да, вроде бы? Шериф! Ты в порядке? Да-да, я в порядке. Там и
эта тварь охотится за нами, а мы ее не видим. Это ерунда какая-то. Но она настоящая, и она, блядь, пытается нас замочить. О, боже! Я его видел. Через это. Откуда у тебя эта камера? Это же, когда та другая сломалась, мы были в городе в магазинчике, и та женщина, она нам ее дала, и вот она у нее просто была. Я нашел Бонни. И Хайме. Хайме? Прости. Нет. Нет. Нет, нет! Крис. Где Линда? Линда уронила камеру и побежала к туннелю. Это последнее, что я помню. Линда, наверное, которая типа обнаружила, что камера, блядь, теряет камеру. Нужно добраться до нее раньше Стоуна. Хочу помочь. Стоун мой, как всегда. Я сам все исправлю. Блин, ну а мне-то что делать? Просто стоять и ждать, пока оно и меня грохнет? В смысле? Следуй за мной. Если найдешь, где спрятаться, будет безопаснее. Я его отвлеку. Я справлюсь. Смотри, не умри. Отличный совет. Так, это я нашел. Там все закрыто. То есть мечта обратно, да? Осталось еще одну дурочку найти. Здесь? А ой, пизда. Стоять можешь? Иди, уходи. Да куда она пойдет? Погнали, бля. Давай, сука. Охотники за привидениями, бля. Давай, лови его, блядь. Сейчас нам кнопочку, да, нажимать какие-то. И это сюда пришло.
это копия, наверное, сына как раз. Получилось? Все кончено? Нет. У нас осталось одно дельце. А чё, пленку вытаскивайте и, блядь, брянскую падину. Мяу так. И опять новая глава, ты посмотри. Глава за главой, блядь.